Ребята, всем доброе утро. Мы сегодня встали такие бодрые. Ну, мы сегодня спали, это вообще, да, с 7. Почти до 7:30 мы спали. И я вчера легла, наверное, в 9 часов и полностью вырубилась. Фабиан там что-то еще делал. А я как легла, и все, меня больше не было. Так что, да, сегодня мы бодрые. Мы уже покушали, ходили, ну, завтракать. Завтрак, кстати, у них очень хороший, нам понравился. И булочки хорошие, и вот колбасу я не могу всегда найти вот в отелях, которые мне нравятся. Хорошая здесь колбаса, сыр хороший. Ну, фруктов немного маловато, только была дыня и арбуз, и яблоки. А вот других фруктов не было, и то и арбуз, и дыня невкусные были. А так и яйцо есть, и всякие там сальца жареные, и сок разный был у них, яблочный, и апельсиновый, и сок смородины. Кофе было, чай можно себе было тоже заваривать, так что все было. Тоже все хорошее, вкусное было, так что завтрак нам тоже понравился. А насчет ужина у нас тоже вот в этой путевке, которую мы покупали, тоже был ужин вместе. И так всегда есть, ну, какой-то супчик. Вчера был суп с кольраби, я не знаю, как кольраби на немецком. С кольраби, и там немного такие вот зажаренные картошечки наверху были. Затем был, можно выбрать два главных блюда. Или была курятина, такая вот запеченная в сухарях с салатом. Или была говядина с чем-то, не знаю. Мы взяли курятину, но я курятину не ела, короче. А затем был десерт. Вкусный тортик, так как такие вот печенюшки, которые для тирамису. С вишней такой вкусный был. И также был такой вот стаканчик с таким вот муссом, как кафе-мусс, тоже хороший был. Да, но это, наверное, было все вкусно. Просто по мне нельзя ориентироваться. Я, например, не каждое мясо ем. Я сильно все выбираю, поэтому по мне ориентироваться не надо. Фабиан сказал, суп был очень вкусный, курочка была вкусная, то все было для него вкусно, а для меня, я такой человек, мне как бы в еде тяжело угодить, поэтому я вот свое, что я делаю, у меня вот определенные продукты, которые я всегда ем, поэтому да, мне вот в таких вот ресторанах, когда я вот не знаю, как объяснить, из чего это готовится, то мне тяжело это все есть, поэтому на мне нельзя ориентироваться, а Фабиан сказал, все было вкусно. Так что сейчас мы собираемся опять в путь. У нас, к сожалению, погода плохая. Такая вот. Сегодня целый день, ну, целое утро дождь идет. У нас сейчас 9 часов. Дождь идет, ну, сейчас прекратился немного, но опять я посмотрела, должен без конца дождь идти, так что не повезло нам опять с погодой, ну хоть вчера немного было нормально. Будем тепло одеваться, потому что реально очень холодно. А еще мы с открытым окном спали, и всю ночь, вот я вам рассказывала, коровы тут ходят с вот такими вот колокольчиками, и вот эту всю ночь вот эти колокольчики туда-сюда. Но я вот хочу сказать, для меня эти колокольчики были, они меня как бы не тревожили, что я там сплю. Наоборот, они меня вот так переносили в какую-то такую атмосферу, что мне нужно было дальше спать. Они вот как бы так колокольчик, колокольчик, тебя утешало это все, и ты больше засыпал. Вот так. Сейчас собираемся в путь и уже будем вместе с вами смотреть, куда мы отправились. Повесили сейчас вот такую вот табличку, чтобы они не заходили, тут комнату не убирали. Можно или вот эту вешать, если хотим, чтобы комнату убрали, то вот эту сторону. Нам сегодня не надо убирать, мы так всегда делаем, если, например, мы только 2-3 дня, не каждый раз помним, что мы должны убирать, поэтому вешаем туда.
Вот эту всю красоту мы вчера с вами видели прям сблизи. Вот отсюда примерно, вот до сюда, вон там мы были, можно еще на ту половину подняться и вот на сам верх подняться. А там даже вот такой какой-то домик стоит. Здорово. Но вот эти вот, этот пейзаж, это вообще, мне кажется, никак камера не передать, и тоже фотокарточками не передать. Это очень-очень красиво все выглядит. И когда ты по дороге едешь и без конца видишь, как вот этот водопад со всех сторон выглядит, это очень здорово. Ребят, смотрите, мы сейчас приехали, и вот тут стоит просто машина. Мне кажется, они тут всю ночь спали. Вот машина, они, мне кажется, всю ночь спали, до сих пор спят, потому что все закрыто. И просто остановились тут на парковке и проводят время. Вообще есть здесь другие вот такие вот кемпинг-плятцы, где можно машину ставить, там и электричество есть, и души есть, и все. Сейчас заехали на заправку. Машину заправили, у нас тут так быстро бензин окончился. Ну, потому что здесь такие вот дороги, что больше растрата бензина здесь происходит. Мы сейчас хотим на 50 евро заправиться, а потом в Германии заправиться, потому что здесь цены дороже, чем у нас. И здесь немного дешевле. Ну, конечно, если на автобане заправляться, то в Германии, то дороже. А так здесь немного дороже. Что-то я запуталась. И вот хотим немного здесь заправить, а потом в Германии дозаправиться. Домики тут ухоженные стоят, так все здорово выглядит, здесь тоже. Мы сейчас в такой район, я в райончик приехали, где население Австрии живет, и здесь у них так все ухожено, ни бумажечки, ничего на улице не найти, а дома покрашены, дома все в порядке, цветы растут, все у них прям травинка к травинке. Все здорово. И вот, посмотрите, сейчас может быть тут покажу вам. Тоже классно все выглядит. Мне нравится, когда вот прям машина стоит под крышей, потом можно выйти из дома и сразу в машину сесть. Там собака бежит. Нас увидела, собака бежит, хоть не стала лаять. Опять позитив, Вест. Вот такой бы огромный сад я тоже хотела. Там у них беседка прям посередке стоит, там гриль стоит, стол со стульями, здорово выглядит. А здесь там тоже у них что-то закрытое, и трава прям так красиво все покошено. Я бы, наверное, еще сюда несколько деревьев посадила, может быть, яблоки, что-то, сливы, чтобы плодовые деревья. А так вообще такое место, здорово у них все тут выглядит. Seid gegrüßt, ich bin keiner von euch. Guck mal, die kratzt ihren Kopf. Ехать или нет.
о, мы, наверное, тут не поедем, потом Фаби, nein, ich fahre nicht lang. О, Durchgang auf eigene Gefahr, nein, fahr zurück. Ну, ну, будем выезжать назад, потому что тут я не хочу ехать. Как, да, конечно, на авто. Теперь будем смотреть, как нам тут надо выехать. И куда фар? Он поехал. Der hat auch ein anderes Fahrzeug. Siehst du, da steht eigene Gefahr. Oh mein Gott, куда мы едем? Ай-яй-яй, Фабиан. Nee, ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Nein, ich will hier weg. Da fahr ich nicht. Das ist doch nur ein kleines Ding da. Da fahr ich nicht lang. Warte mal kurz. Warte mal. Я боюсь туда ехать, и мне хочет трясти там. Warte mal. Versuch grad. Was suchst du? Bist du dir sicher? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас камни нас как повалятся. Тут вода бежит, камни будут... Ох, зачем мы такое творим, я не знаю. Это какая-то катастрофа. С нами это настоящий какой-то экстремал всегда. Нет, мы остались на той дороге, которая, ну, вообще ее не было. Только вот это было. Сейчас быстро отсюда выехать. Тут еще и вода бежит. Ой-ой-ой. Ох, выехали. Ребят, мы вообще направлялись на такое озеро, где поднимается на кабинках, на которых мы вчера поднимались на одну гору. И вот, я не знаю, или это Нави нас неправильно привела, или мы. Ну, короче, мы эту гору заезжаем на нашей машине полностью. И вот, и мы точно не знаем, это вот, вот эта вот дорога, это для машин или не для машин. Нам только одна машина встретилась, которая ехала, а так здесь вообще никого нету. И еще пару людей прям внизу встретились, а так тут вообще никого нету, только вот такое все, и вот это еще хорошее, вот тут еще хорошая дорога, а мы еще похуже дороги ехали, поэтому я не знаю, или нам сейчас тут поворачиваться, потому что мы тут немного пошире дорогу увидели, или прям подняться наверх. Но мы, наверное, такие экстремалы, мы поднимемся наверх, посмотрим, и если что, опять будем спускаться и тут разворачиваться. Едем, едем, мы нашли водопад. Смотрите, как классно, как здорово. Какая здесь водичка. Надо немножко поближе подойти. Тут такая холодина, мне кажется, здесь всего 12 градусов или что-то такое. Посмотреть надо. Фаби, Фольсу. Так. Подходим поближе. Знаете, когда вода вот спускается, и прям вот эта вода, которая капельки на тебя прям попадает. Чем ближе подходишь, тем... больше на тебя этого всего подпадает. Ну здорово, как же это здорово. Наш путь был к вот этому вот озеру. Вот этой красоте. Жаль, конечно, что сегодня нету солнца. А так, мне кажется, бы это все сияло. Потому что оно такое вот голубое-приголубое. И если солнце еще туда попадет, то вообще классно будет. И вот, кстати, вот этот ручеек, который, или водопад, который мы видели, вот эта вода вся течет туда, в это озеро. А здесь какая-то тоже стена, я не знаю, сейчас там она закрыта. А, я не знаю, по ней можно, наверное, ехать на машине или, может, на велосипеде. И сейчас мы хотим по вот этой дороге всей спуститься. Не знаю, наверное, туда доехать. И потом наверх и посмотреть, что там. Хоть бы там был проезд, но как-то, не знаю, там стоят рабочие машины, может быть, есть проезд, а может быть и нет. Посмотрим. Я сижу в машине, начинается дождь, Фабиан пошел вниз немного посмотреть, можем мы тут ехать или нет, так как реально дорога очень плохая,
Не знаю потом, можем назад проехать или нет. Я, кстати, тут такую вкусняшку кушала. Поэтому машину тоже не хочется поломать, она у нас немного, так немного на низ отпущена, поэтому он проверяет, но, наверное, мы не поедем. Ребят, короче, я сейчас измучилась, какая-то катастрофа. Мы сейчас решили все-таки опять назад вернуться. Там проезда вообще никакого нету. А здесь мы, короче, врубились вот в эту стену. И эта стена держит вот это озеро, которое я вам только что показывала. У меня просто паника. Я пошла в машину, сажусь. Не могу больше, я боюсь. Я хочу быстро отсюда уехать, потому что реально страшно. Фабианец, ваш наверное. Реально страшно, тут вот так, когда ты стоишь, и ты знаешь, если вот тут прорыв какой-то получится, вот этой стены, вот этой огромной стены, то все, тебе капец. Давно у нас такого адреналина уже не было. И задали опять. Сколько? Нам еще опять назад 45 минут ехать по вот этим всем дорогам и по вот этой стене еще. Или под стеной. Короче, я как говорю, у меня паника. Фабиан такой спокойно сидит тут. Меня успокаивает, а у меня паника. Зачем? Зачем? Зачем такое с собой творить? Не знаю. Мы едем, едем. По-моему, я галло! По-моему, встретили. Смотри. Ауто капут. Ауто капут, най? Нет, это много. Смотрите, там маленькие детки у них есть. О, du Kleiner! Guck mal! Schauen die ab oder was machen die? Gucken sich unser Auto an. Danke. Теперь они на эту сторону приперлись. Да? Вот вам настоящий сафари. Не надо никуда ехать, приехать в Австрию, заехать в горы и вот такое вот зрелище увидеть. Классно. Пока-пока. Guck mal, nicht das da vorne, eins ganz. Fabian и его звери. Они за ним ходят, как будто он их обводит, чтобы нам можно было проехать, потому что они вот тут впереди становятся. И вот. На, Фабиан. Она. Они прям хотят в машину садиться, да? Интересно? Tschüss, Kleiner, ha? Интересно? Ja, schon krass. Du hättest Angst gehabt, daraus. Ja, natürlich. Der eine hat auch schon so einen Dock gehabt, ey. Muss mal aufpassen. А самое мне интересно, как Фабиан реагирует на вот таких вот зверюшек, которые находятся на улице. Потому что для него это вообще что-то такое, что он, наверное, в своей жизни, ну, не впервые видит, конечно, но такого он не знает, да? Обещала вам вообще-то вчера это про что-то рассказать и так и забыла. Или не забыла, просто времени не хватило. Сегодня хочу рассказать, вот такая у меня книжечка. Мы когда путевку сюда покупали или когда отель заказывали, бронировали, то в отеле была тоже такая вот как бы карта. Я вам про эту карту уже рассказывала, когда мы были в Зальцбург. Это в Австрии есть такие вот карточки, ты их покупаешь и можешь как бы определенные места посещать, например, много бассейнов, много всяких каких-то, как оно называется, забыла слово, где мы сейчас были, высоток, затем водопады там есть, для детей всякие,
специальные парки. Есть такой вот тоже парк со зверями. Что еще есть? Сегодня не наш день. Короче, сейчас ехали. Фабин вообще тут осторожно едет, всего 50 ехал. И здесь просто куска дороги не было. И мы, получается, с нашей машиной полностью туда как-то въехали. Не знаю, может быть, что-то случилось, может быть, что-то не случилось. Ну, хоть бы ничего не случилось, но такой был удар сильный, поэтому не знаю. Короче, лучше сюда ехать на старой машине, если хочешь где-то по таким местам ездить, где не все туристы ездят. Вот так. Так, на чем я остановилась? Когда мы покупали, бронировали отель, мы бронировали тоже вот такую вот карточку, что мы можем в определенных местах гулять, все смотреть. И это, получается, есть тут активитеты, которые бесплатно, есть, которые, например, 50% доплачивать, 10% доплачивать. И вот мы уже вчера, например, были, поднимались на гору. Так, за человека стоило это 26 евро, мы ничего не заплатили. Получается, 52 евро сэкономили. Затем мы вчера были еще, где водопады. 10-50 стоит за человека, тоже ничего не платили. Сегодня, сейчас тоже пойдем еще что-то смотреть, делать. И тоже за это не будем ничего платить. Поэтому интересная эта идея. Сейчас вам покажу просто эту карту, просто эту книжечку. Ну, вот такую вот книжку дал отель. Ну, выдал. И вот такая вот карточка у нас, опять-таки. В Зальцбург называлась Зальцбурга карта, в других регионах Австрии она по-другому называется. Ну, короче, здесь есть и баня, и спорт, и музей, и натур, и берг. Ну, и вот, как вот смотрите, вот тут все стоит, например, автобус тоже везде ездит. Там карта стоит, затем вот, например, можно погулять, пойти, смотреть там вместе экскурсию какую-то делать. Ну, вот так вот, тут бассейны. А здесь потом можно за птицами наблюдать. Также здесь есть стрельба из лука, тоже хотели сюда прийти. Мы вчера были, вот эти Гимнавас отели водопады. И стоимость стоит, сейчас вам покажу, 10,60 даже, видите, 10,60, а мы ничего не платили. Потом вот такие вот парки, всякие музеи здесь тоже есть. Музей, кстати, стоит 9 евро, примерно 5 евро, ну, смотря в каком музее. Мини-гольф тоже есть, тоже с детьми хорошо поиграть. А мы сейчас отправляемся вот сюда, хотим Adventure Golf сделать. Adventure Golf стоит за человека 8,80, но мы ничего не будем платить. Едем по округе, сейчас увидели, что у них в воскресенье, оказывается, тоже магазины открыты. Например, там Lidl, а здесь еще другие магазины, а нам, мы хотим вот в этот зайти, мы хотим вот в этот магазин зайти, это тоже такой вот продуктовый магазин. Нам надо зайти посмотреть, может, папе какую-то бутылку привезем, он бутылки собирает, ну какие-то. Ну, папе, может, бутылку какую-то привезем, и также, ну, какие-то маленькие сувенирчики, посмотреть, что они продают, просто погулять. Короче, мы не попали в Пиму, потому что они закрываются в 13 часов воскресенья. А у нас 12.58, уже все двери были закрыты. Но мы хотим еще пройтись к Лидлу, посмотреть, может быть, Лидл открыт, может быть, там сойдем. Как я могу пройти мимо Immobilia? Здесь как раз увидели. Могу сегодня спокойно поснимать, так как все закрыто. Смотрите, например, вот тут вот мы находимся... Мы здесь находимся в городке, называется Цель Амзей. Здесь тоже есть озеро. Это такое вот туристическое место. Мы здесь уже несколько раз были. И сейчас, например, вот эта квартира. 4 комнаты. Ну, 4. Одна ванная, один парк-пляц. 107 квадратных метров, 380 тысяч. Например, вот тут что-то. Это капрум. Это тоже одно туристическое место, примерно 2-3 километра от вот этого места, где мы сейчас находимся, находится. Здесь одна спальня, две ванные комнаты, даже 25 квадратных метров нету. Ну, парковка есть, и стоит 624 тысячи. Это что-то. Затем, что здесь?
тут даже вообще цена не стоит. Вот пригород Отель Амзей, люксус апартмент или пентхаус, 5 комнат, 4 ванные комнаты, то получается в каждой комнате ванная комната, тоже какие-то фотки сделаны. Ну, конечно, красиво выглядит, да, и ванная прям с сауной. Вот это моя вообще мечта, ванная с сауной, это моя мечта. А затем, ну как это все выглядит, 957 тысяч, почти миллион. Короче, цены здесь, может, тут что-то подешевле. Нет, подешевле ничего не найдем, как бы тут. Не видно, ну, 1 400 000. Что еще посмотрим? Вот тут за 750 тоже в Капун. 106 квадратных метров. 750. Тут даже не стоит, когда этот дом или квартира построена. Все так минималистически описано. Вот, например, дом. 145 квадратных метров. 6 комнат, 2 ванные комнаты, 730 тысяч. Ну, стекло есть такая тоже. Это все в стекле. Ну, это получается, что я сейчас на картинке вижу, это везде нужно ремонт делать. 730 тысяч. Короче, цены еще дороже, чем в Германии.